DBA – это профессиональная разработка программного обеспечения и IT-решений для бизнеса. Цели у компании благородные – упростить производственные процессы. Это и контроль деятельности персонала с помощью использования фотофиксации и геолокации, и визуализация огромной базы аналитических данных, которая поможет обработать сложные отчеты и проконтролирует в них ключевые показатели. Ключевой задачей компании является цифровизация в чистом виде или цифровая адаптация бизнес-процессов. Заключается она в такой умной автоматизации с применением современных IT-технологий. То есть это и большие данные, и дополненная реальность, виртуальная реальность, это и сложные вычисления, применение нейронных сетей, и дигитализация в чистом виде, это то есть умные датчики, умные приборы учета. В арсенале компании уже есть несколько успешных проектов. Один из пользователей цифровой интерактивной аналитической системы – Министерство цифрового развития Алтайского края. Система выполняет большое количество задач, поэтому используется и в государственном сегменте, и в коммерческом направлении. Например, в производстве показывает превышение каких-либо пороговых значений и изменение базовых составляющих тех или иных компонентов. Такая цифровая интерактивная аналитическая система клиентам доступна и в смартфонах. Уже загруженными данными можно управлять с телефона или планшета с помощью клика. Система подстраивается под окружающие условия – поверхности, освещения и за технологии дополненной реальности. Кроме этого, компанией разработан программный комплекс SAPPEC – система автоматизации бизнес-процессов энергетических компаний. Это учет распределения электроэнергии, коммерческих и технических потерь, контроль и учет автотранспорта на предприятии и деятельности персонала. Задачи, которые занимают много человеческого времени, решаются в пару кликов. Бизнес-аналитики общаются с целевой аудиторией, изучают их потребности и запросы, а затем совместно с командой разработки вырабатывают подходящее IT-решение, то есть решают, в какой форме в программе будут решены проблемы заказчиков. Сейчас компания готовится к запуску мобильной платформы, чтобы управление бизнес-процессами стало еще проще и доступнее. Эти и другие проекты DBA представит на международной выставке энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий, которая пройдет с 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге. Быть может, участие в выставке вдохновит компанию на новые свершения. Анна Москаленко, Алексей Михайлов. Новости.